бабушка лучше бьет. Да. А может и правда позвать бабушку Тома? Этим она уже не поможет. Так может молодым пацанам удар поставить? Рисуйте. А мы все так на руках показываем. Ух ты! А что на дырках-то вся? Ой! Крыс проели, что ли? Это. А у нас, я помню, мы эту осинку-то срубим. Вот так вот. Понаделаем и давай. Хочу играть. Нет, клюшки хорошие, значит, это пойдет. Какая разница-то? Пойдем с такой играть. Ох! Баба Уся научит. Итак, удар. Удар является самым важным элементом игры в русский хоккей. Как говорится, не ударишь, не забьешь. Молодец, быстро учитесь-то. Можно плохо кататься на коньках. Мало бегать можно, а потом один раз. Вот так, один раз, ударить и стать чемпионом! Некоторые игроки так и поступают, молодец! Ой. А ну-ка скажите мне, что нужно делать, чтобы удар-то получился хорошим, а? Обыграть соперника! Это правильно, ты молодец, но надо так. Необходимо правильно поставить ноги и корпус по отношению к нему. Ноги-то надо присогнуть. Корпус прямой, ноги на ширине плеч и руки с клюшкой образуют одну линию согнутую. Ага, в нижнем положении крюка клюшки. Руки, локтя максимально выпрямлены. А? Да, слишком близко ноги к мячу. Ставить не надо, потому что придется нагибаться, и удар-то совсем слабенький получится. Давай. А как там ударить, чтобы мяч все высоко-высоко? Для этого нужно подбить мяч-то снизу. Если ты не дойдешь до линии мяча, что пойдет вверх. А если я буду стоять за линией удара, то тогда крюк клюшки будет располагаться под углом выше центра мяча. Да? И удар пойдет низко. Я расскажу вам про самый секретный удар. Он называется хлюп. Хлюп, вот когда носом хлюпаешься. Смешное, брат, смешное. Им только обладают самые сильные чемпионы. Только русские игроки владеют. Это секрет. Но самое главное, не важно, кто что и как называется. А? Вот был такой мальчик. Дураков Коля, помнишь? Был такой мальчик, Дураков Коля.
Дай бог тебе, Николай Алексеевич, долгие лета. Дай бог тебе долгие лета. Господи, молодец какой. Его знаете, как стали называть-то? Королем Бенди. Это ты, да? Является самым страшным для вратарей. Он ныряет с огромной скоростью и вбивается в толпу. Удар по катящемуся или не по катящемуся мячу наносится сверху под совсем небольшим углом. Хоп! Тем самым мячик сжимается. А когда он летит, он разжимается и меняет траекторию. Поняли? Вот, пробуйте. Только никому. Это секрет. Ой, дети мои, я ж забыл мне кардиограмму еще делать-то. Ну что, до свидания, до свидания. А если что, обращайтесь, да? Пока.